Ну чё, здорово! В этом видео я открою 2100 обновленных ларцов с премией, в котором убрали все старые машины и добавили абсолютно новые в последнем новогоднем обновлении. И обязательно досмотри до конца, потому что все машины, которые мне выпадут, я вам разыграю на любом сервере, где есть Vice City. Желаю приятного просмотра. Так, ну здесь у меня около 2100 ларцов, 2063, если быть точнее. Ларцы с премией, название, вид старый, но призы в них совершенно новые. Это все новые машины, которые вот сюда вот добавили вместо старых. Bentley, Volkswagen, Alfa Romeo, Hyundai, BMW M2, Rolls-Royce какой-то даже есть. Я даже не знаю, какое это именно. Некоторые машины, возможно, даже в глаза никогда не видел. Так, осталось в падении транспорта на сегодня 14 штук. А ларцы, кстати, сейчас очень дорого стоят, в районе 800 или 900 тысяч. Их продают сейчас игроки. Ну чё, полетели, пооткрываем. Так, ключи, соответственно, я к ним тоже докупил. Посмотрим, какая кдшка заодно здесь. Так, ну полетели, биткоин, это все призы, конечно, сейчас старые. Здесь только обновили тачки. И какая же будет первая машина, мне прям интересно на нее будет посмотреть. Так, деньги, деньги, аптечка, очки опыта, битки. Нет, конечно, тоже хорошо, но давай машину. Аптечка, аптечка, аптечка. С ЕНБ, конечно, половину призов не видно, ворцов тоже, но ничего нового. Не, я же надеюсь, за 2000 ворцов с лишним у нас получится хотя бы выбить машину одну или две в идеале. Кстати, на них рынок сейчас тоже будет непонятный, потому что на сервере их еще, скорее всего, ни у кого нету, никто их не продает, и цену, соответственно, никто на них не знает. Так, денег, кстати, у меня тоже на балансе было 0, инвентарь тоже практически пустой, чтобы вообще посмотреть, что с этого открытия мы с вами поимели. Потому что было потрачено, ну, чуть больше 1,5 миллиарда вертов на то, чтобы открыть вот эти самые обновленные ларцы с премии, новогодние. И да, кстати, всем с прошедшим Новым годом. Немножечко эту обнову я проморгал, потому что были другие моменты, были другие дела. И, можно сказать, я в небольшом пролете, но ларцы все-таки я не мог пропустить. Из новых ларцов добавили только ларец инкассатора, но их сейчас практически тоже нет на сервере. Да и я уже знаю, как оттуда что выглядит, потому что я такие ларцы открывал на родине. Так, ты мне сегодня будешь машину сыпать или нет? Так, у меня получается уже открыто около, наверное, 200 ворцов, пока ничего не выпало. Ну, погнали, дальше будем пытаться. О, подождите, Альфа Ромео выбил. Сюда, на базу, не ГЦ. Ну, тоже сочтем за комплимент. Так, ну-ка, сразу пойдемте ее затестируем. Что она стоит, я вам, наверное, не скажу. Но кто-то уже просит ее даже продать в веб-чат. Кстати, тут обновили автобазар, теперь он в интерьере. И как туда попасть без машины, я вот без понятия, чтобы распечатать сертификат. Кто-то в курсах? Нет вообще. Я вот не в курсах лично. Ну, с помощью магии я все-таки смог сюда проникнуть. Так, распечатываем сертификат Альфа Ромео Гуля. Так, о, кстати, а я-то думал, она получится. Ущербнее смотрится. Ну, в общем, если кто-то предположение какое-то имеет в цене, то можете, конечно же, спускаться, описать в комментарии, я прочитаю. Возможно, даже какую-то из этих машин сегодня разыграем. У меня осталось 1772 ворца. Получается, я открыл 300 ворцов, и мне выпала тачка. Ну, погнали, посмотрим, когда выпадет следующее. Почему-то мне кажется, что оттуда самая такая тачка, которая будет пользоваться спросом, это BMW M2. Возможно, мои предположения, но, может, я и ошибаюсь. Так, что-то начало подлагивать. Ой, ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, что-то мне это напоминает. Ну, кстати, уже давно тачку не выдавала. У меня 1100 ворцов осталось всего лишь. А, я выбил что-то, подождите. Приус. Какой-то Prius. Так, ладно, тестировать пока его не буду. Но выглядит, по-моему, как-то он не очень в инвентаре уже. Чертеж праздничного интерьера выпал. Значит, сейчас тачка должна дропнуться. Сейчас меня кто-то ее похитит. Смотрите, вот чекайте просто. Если я сейчас не докручу. Кручу, 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 кручу. Запутать хочу. Опа! BMW M2 сюда, на базу. Я же сказал, тачка сейчас дропнется. Сейчас я забираю. Нет, отдыхай, братишка. У меня осталось 400 ворцов ровно. BMW M2, я даже не знаю, круто это или нет, но, по крайней мере, в реальной жизни это круто. И у меня как раз есть для нее очень топовые номера, которые стоят на моем Урусе. Куплю М2 за 80 000. Угу, понял. Ну, короче, вот такие вот у меня есть номера. А где они? Кто номера мои подрезал? Вот, короче, я не знаю, видно вам нет. У меня стоят номера М222К. М-ка, короче, 3-2. Почему они на Урусе не отображаются, я без понятия. Потому что они должны стоять на М-ке. Ну все, тут уже остается последних 6 ворцов. Да, открываем их сейчас. И все, в принципе, да? 3 машины. Скорее всего, я ушел просто, ну, в дичайший минус, как и всегда. Но, тем не менее, сейчас посмотрим вообще, что мне оттуда нападало. Вот это все, что мне оттуда нападало. 3 машины, 356 зловещих монет, 96 точильных камней, 1041 евро, 252 биткоина и там несколько экспишек. Ну, 250 может быть. И также экспи для охранника. Ну и остальной дроп вы можете наблюдать в мусорке. Какие-то диски, дроченые всякие сиропы, сперми.
фермера и миллион аптечек. Получается, забираем вот эту шляпу и вот эту шляпу забираем. Все, вот они, три машины. Не знаю, есть ли смысл вот эту Тойоту тестировать, но я бы предпочел сесть лучше вот в эту машину. Ну, что-то она вроде даже пытается ехать 220-224. Короче, фулловую скорость я, наверное, не замерю, потому что здесь не хватит тупо дороги для такой мощности. Но так вроде выглядит неплохо. И Альфа Ромео тоже не очень плохо выглядит. Ну что, давайте я вам разыграю эти две машины. Получается, Альфа Ромео и Prius на два призовых места. Все, что нужно сделать для участия, это прямо сейчас подписаться, оставить комментарий со своим ником и сервером под этим видео и, конечно же, подписаться на мой телеграм-канал, потому что именно там я объявлю победителей и итоги, которые буквально вам будут известны через 2-3 дня. Ну а на этом я буду заканчивать. Спасибо за просмотр и по традиции вывожу два видоса на экран, которые советую посмотреть. Между прочим, обязательно посмотреть.